Известные журналисты провели для ребят мастер-классы, рассказали о секретах и тонкостях профессии. С Анатолием Вассерманом юные журналисты поговорили и на общие темы – политика, культура и современная молодежь. А Максим Шарафутдинов раскрыл несколько секретов работы диктора – как держать себя в кадре, как побороть волнение и как работать с суфлером. Яркие впечатления от встречи остались не только у слушателей, но и у спикеров. Вопросы интересные, содержательные. Ну и, кстати, те вопросы, что были посвящены мне лично, показали, что люди хорошо готовились. Ну что можно пожелать? Работать, накапливать опыт и, главное, постоянно сверять ожидаемые результаты с тем, что на самом деле получилось, ибо именно обдумывая причины расхождений, мы узнаем, в каком направлении надо совершенствоваться. Есть здесь уже абсолютно адекватные, реальные, сформированные именно журналисты, которых, ну, по сути, даже как-то обтачивать не нужно. То есть они являются уже какими-то самородками, то есть благодаря тому, что они имеют природную какую-то там наблюдательность, заинтересованность и, в первую очередь, наверное, все-таки любопытство, вот это помогает им становиться такими, какие они есть. Всего в форуме молодых журналистов приняли участие более 500 ребят со всей страны. Они занимались по 5 направлениям – интернет, телевидение, радио, фото и печатная журналистика. Лучшие в каждом направлении получили дипломы и статуэтки.